Ибулла Сердын назначен исполняющим обязанности председателя правления акционерного общества «Казтрансгаз». Об этом стало известно из документа, размещенного компанией на сайте казахстанской фондовой биржи. Напомню, с ноября 2020-го он занимал должность первого зампредседателя правления «Казтрансгаза», а ранее с июня 2018 года был управляющим директором по транспортировке и хранению газа национальной компании «Казмунайгаз».